Объезжать надо, кольцо как бы. Ну, он туда. А он по прямой решил. Тепленько. А, конечно, печка работает. Вот здесь. Она угленькая тоже. Я устояла, она прям еще. Это значит, у меня котел сейчас выключится. Опять кондиционером греться. Ну, она значит, опять минус 8 обещает. Да ну сегодня было минус 7, минус 5. У меня минус 5 было. Минус, во сколько я встал? В 5 часов. 5 часов было минус 8, в 6 часов было минус 7. Ну у меня там с подсветкой. Я тоже что-то сову никак не беру. Не, мне брат подарил электроды там до десятых долей там. Минус 7,9. Олег сказал, что пробовал очки там у какого-то парня, что-то. Сказал, что плюс 1,5 ему. Ох, нифига себе. Вижу, говорит, как владелец. Да. Так что, говорю, поехать в салон тебе плюс 1,5. Да не надо брать. Вот, да нет, конечно, что у меня деньги в лишнем. Не-не-не, то приедешь, чтобы подобрать. Вот. Я тем более узнал, где дешевые очки. А где? Вот это вот аптека, что на Герстала. Герстала 4B или 4V. А я там не там, там по 600 рублей можно очки тебе вот готовые подбать. Она тебе подберет, мне все. Надо там. Сначала, потому что у меня один. Не, ну справа, да, если у тебя, вот тебе, да, тебе вот это под заказ. А Олег, у него же оба глаза. Откуда я знаю? Сегодня еще не звонил. И он там находится, где-то находится. Да даже если позвонит, кто тебе скажет. Да, он не говорит. Сейчас. Миша, не задавай глупых вопросов. Здоровье, слава Богу. Да. Вот брат уже 3 дня не выходит на связь. Я говорю, брату 3 дня уже на связь не выходит. Кто знает, где он находится? Знаешь, ну, я со своим братом связаться уже не могу. Это, как началась эта канитель. А где он? Кто его? Мой, там, в Мелитополе. Какой-то? Твоюродный? Твоюродный, да. Там мамы на родине. У меня в Украине никого считают. Брат же у мамы. У меня все в России. Дядька. Все крутые. Ой, у меня и в Москве, и в Иркутске. Двое в Питере. Квартиры, трое в Иркутске. На Сахалине. По Украине, само собой. Да не, раньше тебе, по-моему, никто не звонил. Не, раньше созванивались и передавали и гроши, и этот самый, то вы много не знаете. А, ну я ж не знаю, такое ощущение, вроде никогда тебе не звонили. Да, конечно. И на день рождения. Ну, можно было и сказать. Поздравляли.